Всем привет, дорогие мои зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Розелла, и сегодня я продолжаю играть в Sims 3 100 детей, и мы начинаем. В прошлой серии мы с нашей Ари и Нелли, мы пришли, то есть мы поехали в путешествие. И мы, как только прибыли, мы, в общем, пошли в Китай, и здесь мы нашли, там, выполняли задания, которые должны были выполнить и так далее. В общем, пошли в гробницу, там уже открыли разные двери, замки, нашли новые приключения на свою задницу, можно сказать, да. И... В общем, да вот, мы пришли, и теперь наша Нелли здесь спит, а Арис. Ого, какой-то мужик. Ясно, ты, кажется, уже нашла, да? Ария в своем репертуаре. Ладненько. Сегодня мы отправимся еще в одно задание. То есть мы найдем какое-то здание. Я еще хочу в гробницу. Я не знаю, кого отправить, Нелли или Арию. Ну, кому попадется какое здание, тому и будет. Но кажется, все-таки Нелли отправится, потому что Ария у нас хочет найти обычные редкости. То есть не хочет, а уже есть задание, есть редкости найти. Я не знаю, почему нету. Это стоит всего 100. Следовать, интересно. Так, посетить запретный город. Они оба хотят посетить запретный город. Не знаю, давайте мы здесь выберем, а здесь у нас уже все выполнено. Ладно, давайте вот это выберем. Так, ладно, кто-нибудь из вас проснется? И вообще мне интересно, кто из вас... Так, Нелли, вставай, все, хватит уже с себя спать, не надо ни с кем общаться. Давай ты съешь вот это вот. И теперь мы... Давайте... Нельзя. Непонятно. Давай ты проснешься тоже. По-моему, ты выспалась нормально, в принципе. Так, давайте мы сейчас отдадим вот это вот одно. Пусть консервы попробуют. Давайте сперва попробуем, что она будет делать, интересно. И будем делать вот это вот. Съесть кусочек. Дороже, чем предполагалось. Замечательно. Целых 16 миллионов нам дали, можно сказать. Ну ладно, давайте мы оба будем искать приключения, в общем. Так, Нелли, вымыться. Зачем? У тебя есть портативный душ? Я не хочу терять ни времени, пожалуйста. Мы сюда пришли не отдыхать, а найти день. Так что иди сюда и давай, ищи приключения. А, Ария, ну тебе не надо. Тебе надо редкости найти. Я надеюсь, что оно найдется. Нет, не найдется. Ребята, блин, стойте. Древние монеты, помните? Я находила вообще древние монеты. Если я находила их, то, блин, эти древние монеты можно с... В общем, там есть особый торговец, с ним можно торговаться, в общем, с помощью этих монет. Я вроде их продала, что ли, это что? Давайте попробуем раскопать, а это далеко. Да, очень далеко. Но давайте мы с Арией сегодня отправимся вот в этот дворец. Убежище твердый кулак. Как только она соберет вот это... Ладно, давайте сперва вот это выберем, потом там. Может, там есть что-то еще, я не знаю, конечно. Конечно же, но попробуем узнать. Нелли, что ты здесь стоишь, а? Иди. А, я, простите, я, кажется, просто... Ладно, проехали. Ну-ка. Исследуйте пещеру дракона. Ну, говорю же, нам дают только такие задания. Это хорошо вообще-то. Исследовать пещеру дракона. Иди, посетить брюхо дракона. Увидеть терракотовую армию. Ой, ладно, не хочу ничего пробовать. Давай, иди, пожалуйста. Так, с тобой все в порядке. Блин, потребности плохие немножечко. Ну ладно. О, где-то видели. Такси, что пройти вот это место. Ладно. Ладно, это даже хорошо. Это что, посетить академию? Интересно. Я бы хотела, но надо, кажется, здесь побыть немножечко побольше, чтобы найти это, то есть исследовать эту академию, научиться там боевым искусствам и так далее. В общем, да. Но нет, мы не сможем. Мне кажется, интересно, но нет. Нельзя нам терять ни минуты, ни секунды, это куда бы. Какой снимок? Я вообще просила снимок? Мне кажется, случайно на это сделала. И что? Иди давай, спускайся. Что ты там делаешь, Ария? До сих пор идешь? Да спускайся ты, брось этот телефон. О, она находит редкость, кстати. А можно это? О, да! Да-да-да-да-да. А что за редкость нашли? Вот это? Да, замечательно. Если мы здесь найдем еще один редкость, то тогда мы сможем помочь. Так, ты до сих пор еще и смотришь, да? О, мы нашли, блин, еще один. Это хорошо.
О, еще! Блин, серьезно, это нам очень хорошо повезло. Это что, вернуться домой? Ну, я понимаю, здесь вам, наверное, не нравится так сильно. Ну, не особо. Но, по-моему, Нелли даже нравится. Она хочет, наверное, остаться. Войти в дверь. Войти в дверь. Ну, заходим. В глубине пещеры дракона Нелли снова видит что-то. Это мумия. И искатель приключений. Они сражаются друг с другом. Ай, Рэй ждет вас. Может быть, Ай, Рэй сможет объяснить смысл этого видения. Блин, да вы издеваетесь? Мы что, должны вернуться из-за того, что... да ладно. Нет, я не вернусь, отстаньте. Я буду до конца идти, потом мы обратимся. Зачем ему объяснять? Наверное, он сам даже не знает, в чем проблема. Зачем? Это что за ключ? Камень дракона. Наверное, сперва надо это поставить, что ли? А, мы смогли. А, нет, не смогли. Дверь заперта. Он нам, наверное, даст камень дракона. А сразу отдать он, конечно же, не может. Почему не может? Потому что он дебил. Ладно. Давайте соберем этот трофей. О, смотрите, надо встать сверху. Я не хочу возвращаться. Сперва я сделаю... Вот соберу несколько монет, посмотрю, наверное, ключ я найду здесь. О, смотрите, это я пропустила, боже. Я пропускаю это все, или так нельзя. Смотрите. Изучить, изучить. А, кстати, что там делает Ария? Да что ты делаешь? Боже мой, отнеси редкости. Вот, у нас есть древние монеты. Мы попробуем торговаться с этим особым торговцем. Не знаю, что он будет предлагать. Я никогда в жизни, если честно, не делала этого, не покупала там разные, да отнеси, не покупала у, ну не торговалась, короче, с этим особым торговцем, просто интересно, что он нам будет предлагать, давай посмотрим, что у нас есть еще, так, здесь это волшебный гном, мистер Манчу, консервы среднего качества, это хорошо, это что, ого, 1000, боже, серьезно, замечательно, мы богаты, ребята, да, что мы еще хотели, надо идти обратиться, наверное, потому что мы не сможем это пройти. Или можем. Стойте, давайте просто идти сюда. Страх, шутки на руке. Да у меня не только страх бы был, я бы с ума чуть не сошла. О, давайте попробуем это толкнуть. О, дверь. Откроем. Да ты что же... Давайте я сейчас к ней схожу, что у нее за проблемы. Что ты не можешь сделать? Вот она. Да? Ну вот, мне обязательно следить за этим надо, что ли, а? Спасибо за помощь. К сожалению, линзы немного повредились при перевозке и теперь не помещаются в гнезда. Что же делать? А, знаю. У меня есть друг, который сможет их починить. Ария, вы уже и так очень мне помогли. Могу я попросить еще об одной услуге? Доставьте детали телескопа для ремонта моему другу. Имя этого друга Айрей. Ну что, с ума сошли, что ли? Что да? Что я вообще должна делать, а? Иди, доставь детали. В общем, мы... Кажется, будем... Ой, ладно, проехали. Давайте откроем это. Еще надо здесь, наверное, у нас появится... А, нет, ничего не появится. О! Короче, точно он нам даст ключ-камень. Потому что это невозможно. Это пройти без этого ключа. Нам нужно дальше идти. Поэтому идемте это сделаем. Он что, сразу не мог сказать, что здесь есть мумии и так далее? Ну, вообще-то я мумии не видела, так что это странно, что ты увидела мумии, Нелли. Но все же сказать ему стоило, потому что мы бы все равно узнали, есть ли здесь мумии или нет. Это как всегда. А? Ладно, давайте идемте. Так, а ты... Да что вы за люди, пожалуйста, иди доставь эти гребаные детали. Кот Лама. Вы что, оба идете к одному человеку? Ого, интересненько. Это уже интересно, ребята, серьезно. Ой, как быстро мы ушли-то, а? Ты где? Кто же быстрее дойдет, а? Интересно. Ну-ка, наверное, Ария быстрее дойдет, потому что она уже почти у цели. Вот, я же говорила. Что за жуткое место?
посещает кладбище. Ну-ка, как же вы это сделаете вдвоем? Ладно. Линзы отремонтированы. Пожалуйста, отнесите их обратно. Наконец-то сможет изучать пещеру дракона, не выходя из дома. Дзинан собирается наградить вас семьёнами и древними монетами. Что за дела? Что за мумии? Объясни. Боюсь, все хуже, чем могло. Есть одно пророчество чужеземца, которое придет, чтобы восстановить пещеру дракона. Думаю, речь идет о вас. Нам потребуется статуя для медитации, а для нее нужны две штуки плотины. Поскорее принесите их мне. Ну-ка. Сейчас себе сплаву плотину. О, рядом. О, еще одна. Еще один камень. О, еще вот эту. Так, ладно. Ладно, пока она идет, мы пока что просто там будем. Ну-ка, что же у нас здесь? О, кажется, здесь только редкость находим, да? Но это, конечно, хорошо. Это какой океан, Нелли? Сейчас мы попытаемся найти еще один камень. А, вот он. Есть вот здесь. Ну, давайте сюда мы отправимся. Блин, наверное, вы спать хотите. Боже, что я вас нагружаю-то? Особенно Ария измучилась вся. Давай, это последнее. Потом пойдем домой. Зачем ты сюда пришла? Боже мой. Блин. Огромное спасибо. Телескоп работает отлично, пещера дракона как на ладони. Но вот беда. Прошлой ночью моей работе очень мешали огни, горящие в городе. Пожалуйста, убедите горожан выключать свет на ночь. Получите хорошие деньги. Обещаю. Обещаю. Я понимаю, да? О, смотрите, получает визу категории 1. О, замечательно. Теперь у нас 4 дня можем, да? Ой, скоро у нас домой, да? Когда нам домой осталось? Блин, уже скоро. Иди домой, короче. Мы ничего так и не сделали за 3 дня. В принципе. Заработали почти 5000, это тоже хорошо. У нас здесь еще есть. Так что не сдохнем. Она у нас хочет есть. Ну давай, ты сможешь, Нелли, давай. Я знаю, что она закончится через один день. Жаль, что нельзя ускорить именно здесь. Так как получили ему визу, потом сразу же, да, ускорить. Вообще-то можно было бы сделать такое. Мне бы хотелось. Ладно, иди домой, я не буду. Я не хочу, чтобы ты еще сильнее там. Тебе было плохо, поэтому идите домой все. Ну вот, она ест мороженое. Потом идет спать, да, Ария? В общем-то, вот, замечательно у нас эти... Замечательно все. В общем. Все даже лучше. Интересно, сколько я здесь уже снимаю? Закончить пора или нет? Наверное, серия получилась короткой, чем обычно. Вообще-то я снимаю 30 минут. Обычно. 30-40 минут. Но при монтаже, когда я монтирую видео, уже становится уже там 20 минут, 19 минут, 18. В общем, вот так вот. Ну или 15. Просто я обрезаю те моменты, которые неинтересные, скучные и вообще ненужные моменты. Так что я думаю, это нормально. Давайте это сперва сделаем, потому что это лучше, чем любая еда. И иди спать. Где ты вообще обычно спишь? О, Ариза спит еще до сих пор с этим парнем. О, ты будешь спать где-то в другом месте. Кажется, твою кровать отобрали. Ну ладно, ничего страшного, спим. Мы, кажется, украли у него кровать. Ладно, ты будешь спать где-то в другом месте. Ладно, я над этим заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайки. И да, извините, что она получилась короткой, но... Вообще-то моя норма такая. То есть я должна закончить тогда, когда они начинают уже спать. Я не знаю, сколько это времени обычно берет, но на этот раз, по-моему, была короткая какая-то серия. Ну, не знаю. Ладно, всем пока-пока. Пишите, конечно же, комментарии, лайки ставьте и всем пока-пока.